Сегодня в супермаркете Фора я купил сухарики от фирмы Флинт. Гренки. Томат спайси. Что, зеленый томат, что ли? 70 грамм, стоит 7 гривен. Это около 25 центов. Сделано в Украине. Так, состав читаем, кому интересно. Борошно, томат, Нисто Днепро. Открываем. Вот это мой вкус. Это не зеленые томаты. Это красные. Будем брать.